сегодня у нас заключительный урок. Фраза первая. Левой рукой будем играть то же самое, что играли в первой фразе в прошлом уроке. Начинаем с того, что бьем правой рукой средним пальцем по шестой струне четвертому ладу и удерживаем его. Далее мы бьем указательным пальцем по третьей струне второму ладу и сдергиваем ее. После этого мы средний палец правой руки приподнимаем с шестой струны. Далее бьем средним пальцем по третьей струне третьему ладу и одновременно бьем средним пальцем по шестой струне четвертому ладу. Далее средним пальцем сдергиваем третью струну. Далее снова этот фрагмент повторяем. Идем дальше. Бьем указательным пальцем по третьей струне второму ладу. И в этот же момент мы сдергиваем средним пальцем правой руки шестую струну. Далее сдергиваем указательным пальцем третью струну. Далее мы бьем средним пальцем левой руки по третьей струне третьему ладу и одновременно бьем средним пальцем правой руки по шестой струне четвертому ладу. После этого мы средним пальцем левой руки сдергиваем третью струну. Далее мы бьем средним пальцем левой руки по четвертой струне третьему ладу. И в этот же момент мы сдергиваем средним пальцем правой руки шестую струну. И скользим, не убирая давление, до пятого лада по четвертой струне. Первая фраза с самого начала. Вторая фраза. Левой рукой будем играть то же самое, что играли в четвертой фразе в прошлом уроке. Бьем средним пальцем правой руки по шестой струне четвертому ладу и удерживаем ее. Далее мы бьем указательным пальцем левой руки по третьей струне второму ладу и сдергиваем ее. После этого мы средний палец правой руки приподнимаем шестой струны, бьем одновременно по шестой струне четвертому ладу средним пальцем правой руки и средним пальцем левой руки по третьей струне третьему ладу. Далее сдергиваем третью струну. Далее мы средний палец правой руки также удерживаем на четвертом ладу на шестой струне. Бьем по третьей струне второму ладу указательным пальцем левой руки и сдергиваем ее. Далее мы снова приподнимаем средний палец шестой струны. Бьем одновременно по шестой струне четвертому ладу средним пальцем правой руки и безымянным пальцем левой руки по второй струне четвертому ладу. Далее безымянным пальцем сдергиваем вторую струну. Далее мы бьем средним пальцем левой руки по третьей струне третьему ладу и одновременно средним пальцем правой руки сдергиваем шестую струну. Далее сдергиваем средним пальцем левой руки третью струну. Идем дальше. Далее мы снова бьем средним пальцем правой руки по шестой струне четвертому ладу и бьем указательным пальцем левой руки по третьей струне второму ладу одновременно.
После этого мы сдергиваем указательным пальцем третью струну. Далее мы средний палец правой руки удерживаем на шестой струне, четвертом ладу. Бьем указательным пальцем левой руки по третьей струне, второму ладу. И в этот же момент мы скользим средним пальцем правой руки по шестой струне, не убирая давление, с четвертого лада по девятой. И когда средний палец доходит до девятого лада правой руки, мы бьем средним пальцем левой руки по третьей струне, третьему ладу. Вторая фраза с самого начала. Первая, вторая фраза вместе. Третья фраза. Средним пальцем правой руки сдергиваем. То есть играем шестую открытую. Левой рукой играем то же самое, что играли в первой фразе. Начинаем играть левой рукой. И когда мы играем по третьей струне, третьему ладу, средним пальцем, мы еще бьем большим пальцем правой руки вот в это место. Далее продолжаем играть этот момент левой рукой. После этого мы, когда бьем указательным пальцем по третьей струне второму ладу, мы бьем средним пальцем правой руки вот сюда. Далее, когда мы бьем средним пальцем по третьей струне третьему ладу, мы бьем большим пальцем правой руки сюда. Одновременно. После этого мы доигрываем этот фрагмент левой рукой. То есть бьем по четвертой струне третьему ладу и скользим до пятого. Третья фраза с самого начала. Вторая, третья фраза вместе. Четвертая фраза. Бьем средним пальцем правой руки по шестой струне второму ладу и удерживаем его. Далее левой рукой играем тот же фрагмент, что мы играли во второй фразе. До следующего момента. После этого во второй фразе мы били по третьему ладу, третьей струне средним пальцем. А здесь мы будем указательным пальцем со второго лада скользить до пятого лада по третьей струне, не убирая давления. Идем дальше. Указательный палец убираем с третьей струны. Средний палец правой руки удерживаем на втором ладу, шестой струне. Бьем средним и безымянным пальцем по третьей и второй струне, седьмом ладу. И одновременно правой рукой сдергиваем шестую струну со второго лада. После этого скользим, не убирая давления, безымянный палец по второй струне до девятого лада, средний палец по третьей струне до восьмого лада. Далее мы играем натуральный флажолет на третьей, второй и первой струне. Убираем безымянный палец левой руки, приподнимаем средний палец левой руки, касаясь третьей струны. Играем натуральный флажолет правой рукой с средним пальцем на 12-м ладу. И левой рукой сдергиваем струны. Просто проводим вниз.
четвертая фраза с самого начала. Третья, четвертая фраза вместе. Идем дальше. Затем мы первый урок полностью повторяем до следующего момента. Далее мы играем пятую открытую. После этого прижимаем третью струну на 15-м ладу, указательным пальцем, вторую струну на 16-м ладу средним пальцем и первую струну на 17-м ладу безымянным пальцем. И играем третью, вторую, первую поочередно. Можно сыграть вместе. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, на новые разборы, ну и не забывайте изучать старые. Увидимся в следующих видео.